И всем привет, с вами Wage of Sin, мы продолжаем играть в игру Dead Effect. Когда-нибудь я себя убью. Ладно, неважно. Короче, у нас все хорошо. Насколько это могло быть. Давайте, давайте, давайте. Зрители мои. Так. Правильно, я тоже думаю, пора. Встань и иди. Хватит гнуть спины. Ой, это я что, в самое начало уже вернулся? Что-то мне совсем плохо от такого, казалось бы, слабого удара. Вот, мы находимся на своей станции. У нас произошла какая-то херня. Мы проснулись в криокамере. Чё? Активировать передатчик? Да без Б. Только вот этого долбану на всякий случай. Так. В общем, что-то у нас тут произошло на этой базе, о чем мы пока сами не знаем, судя по всему. Но у нас уже есть дробовик, который, по-моему, нам поможет, скорее всего. О, сейчас бьет, главное, на расстоянии. Получай, говно. Следующий. Хорош мне тут все открывать. Один закрой, другой открой хотя бы. Элевейтор. Харри фастна. Так, ладно. Еще бы вот эта вот ручная штука работала бы подальше и побольше народу цепляла, было бы просто идеально. Да ты собака! Эти спотыкачи меня бесят. Я просто не знаю, как их обойти в итоге. Экономист хренов. Все лежать. Что происходит? О, чудо мини-игра, обожаю. Я ломал стекло, называется. Так, ну чё, все. Теперь мы экономить не можем. А то у нас совсем беда. Патронов для дробаша тем более до хера. Ну конечно, как еще-то? Иди ищи, говорит, скотина, генератор. Я вашу дом труба шаталь. Да хорош перезаряжать, дурень. О, господи. Этот дробовик меня убьет, честное слово. Особенно тем, что нельзя прекращать перезарядку у него. Да как? Нет. О. Как же вы меня бесите. А! Ни хера себе вас там. Вы откуда, блин? Ой, это граната. Какой в жопу лифт? Не, ёб твою мать. До свидания. Всем пока. Ну окей.
А, то есть даже так, да? Валим к херам отсюда. О, дерьмо становится предельно неприятным. Окей. Да вы чё, мать вашу? Ё-моё! А вот это уже прикольно. Такая развязка мне нравится. Не, но не очень. Беги, блин, дура. Не хапайте меня. Иди нахер. Шли вон отсюда. Куда мне бежать-то, ё-моё? Дробаш говно в этой игре. Я вот что хочу сказать. Еще он не откат, да беги ты. По тоннелю узла. Где этот тоннель узла? Открывай, говно. Да там просто адовая толпа. Нет! Все, не пиздец, не пиздец. Паника началась. А чё так дорого-то? Вы мне лучше скажите, куда нахрен здесь бежать? Так, все, секунду ждем. Думаем, что к чему. Черт побери. Ты почему не умеешь за собой, собака, закрывать двери, а? Пец. Из-за этого вот все проблемы. Сразу бы так, а? Защитную установку уничтожить? Вы что, издеваетесь? Ну охереть. А я думал, она за меня будет стрелять. Как это все странно. Ладно. Ох, мне не нравится этот звук. Может, не надо открывать? Так, дробаш полностью перезаряжен полностью. По-моему, он только сейчас понял, что в него стреляли. Твою налево. Я не хочу таких врагов больше. Такие враги совсем не крутые. Которых надо полную обойму дробогана высадить. Надо усилять дробаш. Меня что-то кинули?
Меня плюнули? А что произошло? Да я не так. Ладно. Фу, таким был. Твою мать, это же жиробас меня кидает, походу. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Пистолет, сука, бери! Что ты, сволочь? Я твой дом труба шатал. Деньги тратил на тебя. Хоть бы предупреждали, что новые враги. Ладно, покинуть, ну его нахер. Не хочу здесь больше оставаться. А может и хочу. Давайте попробуем чё. Кто на меня? Ёпта. Все? Все успокоились. Ну и хорошо. Интересно, я так понимаю, на андроиде и на iOS мне тупо надо было тапать по экрану бесконечное количество раз. Так, ладно. Чё тут? Ничего. Пойдемте обратненько. Дробашу явно убойности не помешает. Да тут особо не было времени трофеи искать. Не, хорош. 120 мобов только здесь убил. Ошалеть. Так. Вот оно как работает, ё-моё. Не понял, у меня есть это оружие? Я его... Или у меня нет этого оружия? Экипировка. Экипировка. 10 боеприпасов, 1 боеприпас. Ух ты! Блин, гранаты, наверное, мне все-таки нужны. Тут это будет совсем издевательски. Продать все нахрен. Так, оружие. Пила. Вот 5 золота. Это что-то меня как-то смущает. Цена оружия 45 золота. Всего-то. Что ли, 100? 12-й. Да, Петина. Найдем по дороге, короче. А, я хотел нажать нет. Почему вот этот пистолет у меня не ебический урон, а там какая-то херня? Короче, я чую, что я зря. Потратил. Давайте все в урон вкачаем. Ну и, собственно, все. Давайте на этом закончим вторую серию, пожалуй. Грузися.
Ох, замучаюсь я лепить из этих... Из этих 20 штук. Ну да ладно. Ладно, давайте на этом закончим серию. С вами был Voyage of Sin, это была игра Dead Effect. Всем спасибо за просмотр и всем пока!